Благоустройство центральной части Люберец подошло к завершению. Финальным этапом стала реконструкция звуковой. Как преобразилась улица и что предшествовало перезагрузке, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Открытие пешеходной зоны на Смирновской стало точкой отправления для масштабного преображения центра Люберец в 2015-м. Следующая ступень – реконструкция части Октябрьского проспекта у часовни и ДК. Финал – перезагрузка улицы Звуковая. Люберцы – это про любовь. Теперь концепцию округа символично дополняет сердце, которое расположилось в самом сердце города. И весьма ожидаемо, что на этом самом месте будут назначаться свидания и встречи. После реконструкции длиной в 3 месяца и размером в 20 тысяч квадратов улица стала просторнее, ухоженнее и современнее. Урны и лавочки вылиты из гранитной крошки. Материал прослужит долго. Он антивандальный и морозостойкий. Прогулки здесь не только комфортны, но и безопасны. На пешеходной зоне установили 16 камер видеонаблюдения. Хотелось бы поблагодарить наших властей за то, что делают для нас, для жителей и для города, ну, настолько замечательные места, да, и благоустраивают. Вот. Теперь здесь стало лучше гулять, ну, то есть можно с детьми прогуливаться, то есть где посидеть и бабушкам, и, в принципе, нам, молодым людям. 53 светодиодных фонаря освещают звуковую в темное время суток. При реконструкции все здоровые деревья остались на месте. К ним высадили еще 58 лип. Весной в специально отведенных местах появится еще 170 кустов барбариса. На площади 11 тысяч квадратных метров зазеленеет газон. Вскоре у стен Белого дома появится велопарковка и стоянка для колясок. Вот это пространство, оно как бы город украсило и... Желательно, вот примерно так должно быть во всех уголках городского округа Люберцы. У нас далеко не так. Мы знаем, где мы, как говорят, западаем, где нужно наводить порядок, мы к этому идем. Но вот я думаю, что последние годы жители замечают, что все-таки город преображается. У нас много самых разных задач. Если мы говорим о дорогах, то это реконструкция Октябрьского проспекта и Урал-5. Это совершенно будут другие Люберцы. Преображение предстоит и пространству станции Люберцы-1, а также на некоторых участках на севере и юге города. Привести их в подобающий вид планируют в ближайшие 2-3 года. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.